Доброе утро! Вы смотрите новости, в студии Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. Алтай – место притяжения. Японские студенты будут учиться в Алтайском университете. Все детали международного соглашения через несколько минут. Ограничения по здоровью ничуть не ограничивают их уверенность в себе. Как инвалидам помогают найти работу и какие вакансии могут предложить? Алтай провел третий матч серии плей-офф против чемпиона регулярного первенства высшей хоккейной лиги Ростова. На чьей стороне победа, узнаете через несколько минут. Скоро новоселье. Жилищные сертификаты получат сегодня 95 жителей края. Чернобыльцы, переселенцы и северяне. Вручит документы лично губернатор Александр Карлин. Сертификаты распределены по 30 районам и городам края среди участников программы федерального целевого проекта «Жилище». Торжественная церемония вручения государственных жилищных сертификатов состоится в правительстве Алтайского края. Прямое включение с места событий смотрите в следующем выпуске новостей в 13 часов. Японские студенты будут учиться в опорном вузе Алтайского края. Об этом заявили в Алтайском госуниверситете в ходе деловой встречи с представителями японского университета Каназавы. Японцы будут изучать историю Алтая и экологию. Представители университета Каназавы заинтересовали программы подготовки по биосферным заповедникам, охране окружающей среды и туризму. Отмечу, между Японией и Россией обмен студентами ведется уже давно. Так, с этого года в стране восходящего солнца обучение пройдут 5 студентов из Алтайского госуниверситета. К нам в опорный вуз приедут 25 человек. Дворник, водитель, медицинская сестра. Люди с инвалидностью устраиваются на самые различные должности. В основном это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Работодатели такую инициативу поддерживают и принимают их на работу. Наша съемочная группа отправилась в Алейск, чтобы самим в этом убедиться. Инге Боровлевой повезло. Несмотря на инвалидность, она работает по профессии. В 80-е годы она окончила школу мастеров сыроделия, после чего начала работать на местном маслосыркомбинате, затем попала под сокращение. Но год назад, благодаря помощи Центра занятости населения Алейска, она вернулась на родное предприятие. Ей доверили ответственную работу – проверять качество молочных изделий. И, как отмечают коллеги, Инга прекрасно с этим справляется. Я не ощущаю, что у меня группа здесь, легкая работа, для меня легко, справляюсь. У нас 10 человек работает. Работаем по сменам. Алейские инвалиды активно ищут работу, говорят в центре занятости. А работодатели, в свою очередь, охотно трудоустраивают их. Причем даже не в рамках установленной законом квоты, а сверх того. Так, в прошлом году в Алейске трудоустроили 68 граждан с ограниченными возможностями здоровья. В центре занятости помогли им подобрать подходящие вакансии и адаптироваться на новом рабочем месте. Ну, учитывают пожелания, да. Кто-то знает, что по состоянию здоровья он ограничен в передвижении, да. То есть работа курьера бы такого человека не устроила. Он сразу просит, мне нужна работа вахтера или работа сторожа. С начала этого года в Алейске трудоустроили еще 7 человек. Большая часть пока на временной работе, но немало и тех, кто нашел постоянную. Говорят, так или иначе, они чувствуют себя самодостаточными и нужными, потому что своим трудом приносят пользу окружающим. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости. Жители края могут записаться на бесплатную консультацию педиатра. Обследование проведут врачи профессорской клиники Алтайского медицинского университета. Бесплатный прием пациентов будут вести один день, 18 марта, с 12 до 3 часов дня. Жители края смогут получить консультации профессоров и доцентов кафедры педиатрического факультета медицинского университета. Нужно заранее записаться на прием к врачу по телефону в Барнауле 56 68 61. Новые возможности для творчества. В Государственной филармонии Алтайского края отремонтировали хореографические залы. В них будут проходить репетиции ансамбля русского танца «Огоньки», а также оркестра при ансамбле. Ремонт в помещении не проводили с 70-х годов. На капитальный из краевого бюджета направили около 20 миллионов рублей. На эти средства полностью провели ремонт двух залов, душевых, установили новые станки и зеркала. У артистов появилась двухъярусная костюмерная.
И у нас появилась акустика в зале, специализированное впервые в крае видеооборудование. Все репетиции сейчас мы можем увидеть в другом зале, в соседнем. Мало того, они все пишутся. Мы сейчас можем идти на какие-то специальные семинары. Здесь мы работаем очень тесно, кстати, с факультетом, с институтом культуры. По словам танцоров, самое важное для них – это ровный и нетравмоопасный пол. Его сделали из сосны. Ну и под полом была тоже проведена большая работа. Я ходил, наблюдал за этим процессом, общался с рабочими, которые это исполняли. Вот, то есть пылью мы теперь дышать не будем. Все сделано качественно, на века, я бы даже сказал. И о спорте. Алтай провел третий матч серии плей-офф против чемпиона регулярного первенства высшей хоккейной лиги Ростова. На противостоянии двух команд в Барнаульском дворце зрелище спорта побывал Дмитрий Гладких. Противостояние между чемпионом регулярного сезона первенства ВХЛ Ростовом и Алтаем болельщики ждали с большим нетерпением. Этот матч между конкурентами стал пятым с начала марта. Центральные трибуны Барнаульского дворца зрелища спорта были забиты до отказа. Посмотреть хоккей с участием любимой команды пришли все, от мала до велика. Каждый верил в успех наших хоккеистов, понимая, что в матчах плей-офф может случиться всякое. Опасался барнаульцев и соперник. Они нам сюрприз преподнесли в Ростове сейчас. И мы знали, мы готовились. Они обыгрывали и Мордовию обыгрывали до этого. То есть как бы мы знали, что это очень серьезная, добротная команда. И ребята молодые, они хотят выигрывать, они хотят расти. Первые минуты встречи команды провели на высоких скоростях, но постепенно соперник прибрал инициативу к своим рукам. Чаще опасно атаковал и владел преимуществом. Это вылилось в заброшенную шайбу уже на 8-й минуте игры. Алексей Алтухов не промахнулся. Во втором периоде у Алтая был ряд опасных моментов, но за голкипера гостей дважды сыграл каркас ворот. Арбитру даже пришлось прибегнуть к видеопросмотру, чтобы определить, засчитывать гол или нет. Под занавес этого периода Алексей Прохоров удвоил преимущество Ростова. Команда с берега Дона повела 2-0. Мы очень не хотели возвращаться домой, терять дни на восстановление, даже если мы победим и дома. У нас маленькая площадка, в хоккей-то обороны очень сложно преодолеть. Ребята играют компактно в обороне, практически нету возможности, а если есть, то сразу кроют. В общем, дома тяжелее нам играется, чем на выезде. В третьем периоде «Кондоры» отдали инициативу Алтаю, а сами постарались ловить соперника на контратаках. На льду шла настоящая борьба. Барнаульцы атаковали, ростовчане умело оборонялись. Не без помощи своего вратаря, который не раз выручал коллектив. Развязка наступила на 50-й минуте игры. Бросок Евгения Шевчука потопил все надежды барнаульцев на благоприятный исход в матче. Алтай уступил 0-3, но белый флаг не выбросил. Ну, я думаю, мы попадаемся. Попробуем забить хоть в Барнауле, хоть один гол. Хотите в Ростов вернуться? У нас денег нет ехать. Вратарь Ростова Егор Селедец отработал очередную игру на ноль. Этот сухарь стал третьим для голкипера за последние 5 матчей, 3 из которых прошли в Барнауле. Четвертая игра серии для команд может пойти по любому сценарию. Цена одной единственной ошибки очень велика. После этой победы Ростов в шаге от выхода в следующую стадию плей-офф. Помешать этому может лишь безупречная игра барнаульцев в обороне, реализация хотя бы малейшего шанса в нападении и удача, которая непременно может стать решающей в этой серии. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс. Новости. Впечатлениями от Пхёнчхана о подготовке склонов в Корее и отношении к россиянам поделились накануне в ходе пресс-конференции алтайские судьи по горнолыжному спорту. Они обслуживали прошедшие зимние Олимпийские игры. Алексей Камышов и Сергей Усков рассказали, какие впечатления остались у них после работы на этих масштабных стартах. 27 дней арбитрам пришлось работать за границей, отдыхать было некогда. За все время нахождения в Корее у алтайских судей был всего лишь один выходной день. Чтобы попасть в число судей, Алексею и Сергею пришлось хорошо зарекомендовать себя на различных международных стартах. Кроме того, наши земляки уже имели опыт за плечами обслуживания Олимпийских игр, работали в Сочи. Главное требование к арбитрам – базовый знания английского языка и уверенное катание на горных лыжах. Хорошие впечатления остались и от общения со спортсменами и тренерами из Чехии и Словении. Отметили и отношение иностранцев к российской атрибутике на трибунах.
Много было российских флагов с Сахалина, с Владивостока, с Красноярска, с Кузбасса. И никому не подходили и не говорили, что там уберите флаги, там что-то не показывайте. Абсолютно не было такого. Сейчас алтайских судей приглашают на следующую зимнюю Олимпиаду. Правда, пока не официально. Она пройдет в Пекине в 2022 году. На этом у меня все. Хорошего вам дня.